Привет, друзья! Вот тут мне написали в Инстаграме: добрый день, у меня такой вопрос. Прошел я курс по маркетингу, все отлично, но суть заключается в том, чтобы искать клиентов к себе на работу. Надо звонить по объявлениям, искать клиента, у меня затык в этом, в некий ступор попадаю, стеснение, или как-то это еще называется. Можно этот страх стеснения как-то убрать при помощи ключа? Ну вот я ответил, как я здесь в этом формате, там в Инстаграме, в двух словах объясню это. Надо выходить с вопросами в Zoom, я написал, на бесплатных ликбезах или на вебинарах. И пообещал там, написал, сделаю ролик с этим вопросом и скажу там то же самое, потому что вы в этом вопросе не одинок. Да, конечно, не одинок. Вот же в чем дело. А вот посмотрите, какая картина. Ну, посмотрите. И вот теперь скажите мне, пожалуйста, это женщина или это мужчина? Видите, какая свеча. Да. Свеча знания. Да. Или так, знаете, как Данко. Данко вырвало сердце из груди, осветило всем путь, потому что знание – это свет. Да, это как раз-таки прорыв такой. Огонь, говорит, наш спас. Да, цивилизация началась с того, что огонь стали сами добывать. И говорят, мясо жарить стали сами. Потому что как только сами стали жарить или варить мясо, пошла как раз-таки цивилизация. Ну, так говорят, я не знаю, я же тогда не жил, и вы не жили. Я только так думаю. Ну, и кто изобрел первый тушь, колесо и порох? Тушь и порох, говорят, изобрели китайцы, а колесо, прием, колесо, методе ключ, изобрел я. Да, ну вот сейчас я вам новый прием скажу. Очень простой, называется идеальное положение для идеальных решений. Вы помните вот такую куколку? Была такая куколка, стояла вот так вот, вот так как-то стояла, и вот так вот она тук-тук, 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 как бы вот так вот покачивалась. Да, вы тоже можете сейчас встать. Пожалуйста, встаньте. Это на 1-2 минуты. Встали. Сделайте ручки вот так. Да, превратитесь в куколку. То есть образ такой. Превратитесь в куколку и дайте телу найти оптимальное движение. Идеальное положение тела примите. Вот так. Поищите, поищите новое положение. Сам поиск, подбор путем перебора, проб и ошибок развивает креативность мозга. Вы потом все другие задачи будете решать проще. Ну, найдите такое положение, в котором вы можете стоять и вот так делать. Это будет идеальное положение, в котором вам хочется продолжать автоматически найденное движение. Да, делайте, делайте, потом я сейчас скажу через полминутки, для чего это вам надо. Стойте, стойте, делайте. Вот так, тик-так, тик-так, тик-так. Да, если где-то там плечо болит, по-другому. То есть найдите идеальное положение, в котором вот это тик-так, тик-так легко получается, легко переходит в автоматизм. И вот когда начатое действие автоматизируется, в этот момент перехода механического действия в автоматическое и происходит скачок состояния. Вы входите в состояние, когда все в голове освобождается, мысленная жвачка исчезает, диалог внутренний уходит, появляется, так сказать, такая пустота в голове, безмятежность, пустота. Отсутствие вот этого внутреннего диалога, и ум уже не мешает решать вам какую-то проблему. Да, вы положите эту проблему на кончик этой пустоты и делайте так, делайте тик-так, тик-так, тик-так.
Да, выходите на состояние нуля, дефолт работы мозга, так называемое. Да, выходите на состояние нулевого такого механизма, и в этот момент задавайте себе вопрос, ну такой важный вопрос, который вас на самом деле в жизни волнует. Как этого молодого человека волнует, как же ему клиентов набрать? Как же ему быть свободным, раскрепощенным, когда он с ними там разговаривает, чтобы их привлечь, чтобы у него ступора не было? Да, и вот задаешь себе этот вопрос. Не себе задаешь, потому что как только ты себе задаешь, ты свое «я» включаешь, а вместе с этим своим «я» и страх ошибки, и комплексы, и стереотипы. Это эго включается. А ты как будто бы куколке этой задаешь вопрос, а это биоавтомат. Да, туда ты не вмешиваешься своим умом. Он автоматически решает твои вопросы. Это прием такой психологический, прием. Идеальное положение для идеальных решений. Да. При автоматизации начатого действия. Нашел такое положение, где ты легко в автомат входишь, в ритм входишь. Голова становится опустошенной, свободной от всего. И серьезный вопрос начинаешь решать. Не как ты это решаешь, а как будто бы это биоавтомат решает. Да, тик-так, тик-так, потом сел, расслабился немножко, отпустил вопрос, расслабился, и приходит решение. Да, это как фамилию вспоминаешь, 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 никак вспомнить не можешь, потом отвлекся на секунду и вспомнил. Да, друзья, так все-таки это женщина или мужчина? Напишите мне, пожалуйста.